Нижний парк Петергофа. Большой Петергофский дворец, бывшие Нагорные палаты. Расстрели их перестроил по заказу императрицы Елизаветы Петровны, превратил в грандиозный дворцовый комплекс с храмовым комплексом, с храмовым корпусом и с корпусом под гербом. Скульптура, на которую я сейчас обращаю ваше внимание, это Персей с головой горгоны Медузы. А чуть дальше мы видим Пандору, которая держит свой, даже не ящик, а такой горшочек. Но на этом всеобщем празднике жизни, счастья и ликования она не решается его открыть. Ну и, конечно, главная скульптурная композиция – это Самсон, раздирающий пасть льва. В память о Полтавской победе, которая была одержана в день памяти преподобного Самсония Страноприимца. Таким образом, это памятник победе России в Северной войне.